Курортный проспект, центр Зеленоградска. Посмотрите, как здесь уже красиво. Хотя еще до Нового года больше месяца, но уже город начал преображаться. Он горит огнями. Везде на пешеходной улице вот такие вот кафе, где можно заказать себе кофе и съесть прусский крендель с корицей. Поверьте мне, очень вкусный. Такие я нигде не ела. А здесь вот в историческом здании несколько ресторанов. Живая культура хлеба, ремесленная пекарня с правой стороны. Мне там очень нравится французский багет, круассаны. Там все можно купить. И вот с левой стороны ресторан. Памятник Владимиру Ильичу Ленину у нас остался, что хорошо, зачем, скажем так, историю свою выбрасывать, ведь это же тоже часть нашей страны. Вот.